Председатель правительства Артем Сдунов посетил Махачкалинский торговый порт. Премьер-министр встретился с генеральным директором предприятия Маратом Хидировым. Вместе они осмотрели зерновой терминал, сухогрузную и нефтяную гавани. Стоит отметить, что за первый квартал текущего года через порт было переправлено 670 тысяч тонн различных грузов, что составляет 225% от показателей аналогичного периода прошлого года. Осмотр прошел в преддверии предстоящего госсовета, который будет посвящен развитию логистической инфраструктуры портов Каспийского бассейна. Мы должны четко сейчас финансово-экономические модели все просчитать логистику дохождения сюда грузов. Речь идет о наших предложениях по строительству подъездной дороги новой.